налицо невыполнение данного требования правил дорожного движения. Поэтому хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения, водителям, быть предельно внимательным при проезде пешеходного перехода. И в случае, если перед вами остановилось либо замедлило движение транспортное средство, пропустить пешехода. Это может быть ребенок, это может быть женщина с коляской, все что угодно. Поэтому быть предельно внимательным.